Вітаю вас! В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми поговоримо на теми, які дійсно хвилюють студентство нашої області. І познайомимось з студентським мером Рамілем Агабєковим, який є не тільки студентським мером, а ще дуже талановитою людиною. Раміль – спортсмен і дуже активний громадянин нашого міста. Тому я думаю, що ми зараз більш детальніше познайомимось, і ти нам розкажеш і про свою діяльність, і про свої задуми, що ти плануєш взагалі втілювати у житті наших студентів Миколаївщини. Що ж, вітаю тебе. Добрий день, Анна, добрий день. Раміль, ну, спочатку хотілося б з тобою ближче познайомитися, узнати взагалі твої діяльності до того, як ти став студмером, чим же ти жив, чим займався. Ну, найбільшмасштабне моє заняття – це заняття спортом професіональне. Тобто воно не тільки було, воно і є. І на даний момент ми теж тренуємося. Займаюся я професіонально кікбоксингом. Являюсь мастером спорта України, не единоразовым чемпионом Украины, призером чемпионата Европы, серебряным призером Кубка мира и бронзовым призером чемпионата мира. Даже вот так я уже запутываюсь. Ну, на самом деле мы сейчас тоже продолжаем тренироваться. Так же само, как и было. Конечно, времени впритык. И там, стало и там, гораздо конечно, меньше, да? Времени вообще нет. Ну, максимально стараемся все совместить. И, слава богу, сейчас подготовка будет идти у нас к чемпионату Европы, который будет вот буквально через полтора месяца. То есть, ну, так... То есть, это не мое прошлое, это мое будущее, я надеюсь. Спорт я не собираюсь забрасывать. И учился во второй гимназии я. Что касается прошлого, закончил вторую гимназию. Кстати, хочу поздравить всех учителей с наступающим праздником Днем Учителя, всех учителей второй гимназии и всех учителей, ну, да, и всех учителей города и области и нашей страны. Да, так учусь, также юридическое образование у меня сейчас второе высшее, также получаю спортивное образование, так что вот так. Расскажи, пожалуйста, насколько ты был актив еще в общественной деятельности? Вот до того, как ты стал студенческим мэром, возможно, ты расскажешь о пару мероприятий, которые ты организовывал для нашей студенческой молодежи, в целом для молодежи нашего города, потому что я знаю, что у тебя за плечами есть такой большой чемодан мероприятий, которые ты действительно организовал, и хотелось бы, я думаю, и мне, и нашим телезрителям узнать об этом чуть-чуть побольше. Да, что касается мероприятий, организовывали, да, очень много, Анна правильно сказала, я вот вспоминаю. Одни из самых масштабных мероприятий, это были мероприятия также спортивного характера, это был турнир по футболу, это был турнир по волейболу, который проводился впервые на пляже, на Мойском, на официально. Также из мероприятий мы организовали первый, вот за всю историю Николаев был, впервые был показ, бесплатный показ, футбольного матча, когда наша сборная играла летом на чемпионате Европы по футболу. То есть впервые был такой организован показ, большой экран на улице Соборной. Много зрителей, тогда мы насчитали, больше 150 человек приходило. Ну, кто-то приходил, кто-то уходил, но атмосфера царила очень сильная. Мы даже тогда, у нас там девочки с нашей организации, они разрисовывали лица людям, то есть там ну, цвета нашего флага, и это было реально как на футбольном поле, то есть там и кричалки были, и все. Я думаю, что такие мероприятия, они очень сплочают молодежь, и, конечно, и я думаю, конечно, что такую традицию нужно продолжать в Николаеве. Да. Конечно, следующий чемпионат будет через 4 года, но я думаю, что у нас будет еще много других событий. У нас много будет мероприятий, помимо чемпионата, конечно, чего будет. Конечно. Я уверен, что в будущем мы тоже будем организовывать. Сейчас план мероприятий расписан уже, то есть мы сейчас будем постепенно делать более масштабные и более доступные мероприятия для всех людей и студентов нашего города. Мне известно, что помимо студенческой молодежи ты еще работаешь с детьми. И до того, как ты тоже, собственно, начал баллотироваться, и у тебя возникла идея стать студенческим мэром, ты взял, скажем так, под шество один из наших детских домов в городе.
Вот такое доброе дело, доброе начинание, которое ты, скажем так, взял под свое крыло. Расскажи немножко об этом, потому что я думаю, что для каждого телезрителя это будет очень приятно и важно услышать, что в руках каждого николаевца, человека, который проживает в нашей области, да и просто жителя нашей страны, есть возможность взять инициативу на себя, как примером этого является Рамиль, который по своей инициативе, объединившись с друзьями, действительно сделал большое доброе дело. Расскажи немножко об этом поподробнее, и это, я думаю, смотивирует многих николаевцев. Ну да, у нас... Ну как, взял подшествовать, может даже громко сказано, но постоянно, периодически мы ездим, не то чтобы вот, раньше мы ездили компанией друзей, сейчас мы уже ездим нашей командой, как называется, то есть с теми же людьми, просто мы вот были, назывались друзьями, сейчас уже команда, как от студентов мы ездим, деткам привозим постоянно, ну то, что всегда... и да, вещи собираем, публикуем в СМИ, публикуем на своих страничках в разных соцсетях, про сбор вещей, собираем вещи. То есть, ну, это делается на самом деле не то, чтобы для того, чтобы оглашать это, мы это делаем чисто для деток, для, ну, и для нас, знаете, это на самом деле очень радостно самому помогать детям, и в любом случае мы будем продолжать это, и так как сейчас у нас есть студенчество, то есть студенты также у нас очень много сейчас обращаются с помощью, хотят помочь деткам, я думаю, у нас будут более масштабные уже поездки, и вскоре, как раз вскоре все увидят, что мы, вот, не буду оглашать, скоро будем ехать, да, скоро должны поехать тоже в детский дом. То есть вы уже готовите что-то такое масштабное с детским? Да, да, есть. Тогда в этом кусочке будем следить за новостями, и тоже, я думаю, ты к нам придешь и обязательно расскажешь об этом тоже. А вот теперь мы подобрались ближе, да, к студенческим выборам. У нас этим летом прошли выборы студенческого мэра, там, где победил Рамиль с очень большим разрывом. Там какой разрыв? Более 100 голосов людей проголосовало за Рамиля Агабекова и выбрали студенты, молодежь студенческого мэра нового. Расскажи, чем же ты их смотивировал за тебя проголосовать? Какова была твоя программа? Что ты наобещал, как говорится? И что ты уже сделал потихоньку? Ну, смотивировал, наобещал. Знаете, изначально мы очень много всего сделали, то есть мы не один год занимаемся общественной деятельностью, и много всяких интересных проектов и мероприятий мы проводили. Много молодежь меня знает как спортсмена, так же само, как и общественного деятеля, так как вот в течение года мы проводили много мероприятий, в которых участвовало много студентов. Что касается, чем промотивировали в плане того, что пообещали, уже смело могу сказать, что то, что мы пообещали, мы уже почти все выполнили, сейчас просто стадия идет уже формирования этих обещаний. То есть мы изначально, у нас первым пунктом это было трудоустройство наших студентов, так как сейчас это является проблемой, я не скажу, что только города, это, ну, в целом проблема сейчас не только города, и страны, и Европы, возможно, потому что на самом деле так как кризис, у нас мало кто из работодателей хочет брать студентов на работу без опыта работы. И это было основным таким пунктом, который я хотел бы подчеркнуть и подчеркивал на выборах, что мы должны работать конкретно по трудоустройству студентов, чтобы студенты себя чувствовали нужными и знали, что после учебы они могут, знают, куда пойти работать, и, возможно, даже во время учебы какая-то подработка, которая бы не мешала им учиться была. Вот буквально спасибо, хочу выразить слова благодарности Дмитрию Боронько, так как, ну, начальник центра занятости нашей области, так как он взялся за, ну, ему понравилась эта инициатива вот сейчас, и мы будем вскоре уже организовывать ярмарку профессий, непосредственно она будет для студентов, не только студентов, но и, в общем, жителей города и области, приедут много из иногородних гостей. То есть, и потихоньку-потихоньку уже формируется, мы уже вот буквально вчера на молодежном совете подписали меморандум о сотрудничестве с центром занятости. Также много предпринимателей обращается, уже, ну, зная, что есть такой проект, который уже реализован нами, зная это, уже звонят, говорят, вот нам нужны студенты, такая-то работа. И, кстати, уже могу сказать, 4 студента уже трудоустроены,
То есть за то такой есть уже, короткий период? Да, уже... такой короткий период, да, уже, ну, как для меня-то и для нашей вот команды это на самом деле успех, потому что, ну, сами понимаете, мы только вот была эта предвыборная программа, гонка, да, предвыборная гонка, да, и сейчас сразу же вот реализовалось то, что мы хотели. Конечно же, мы нацелены на не на 4 человека, но хотим максимально всем помочь, кто будет требовать этой помощи. То есть это вот один из пунктов предвыборной кампании нашей был. Второй пункт был это организация определенных спортивных мероприятий и повышение здоровья среди студентов, то есть повышение, как бы это правильно назвать? Популяризация, возможно, да? Здорового популяризация образа жизни. Здорового образа жизни, да. Для этого мы уже сейчас вскоре будет мы общаемся с главой уличного футбола. Мы будем вместе с ними проводить турнир среди всех институтов по футболу. То есть это также впервые будет проводиться в Николаеве. Такого рода есть опыт у многих у наших городах-миллионников нашего города, нашей страны. Но в Николаеве это будет впервые проводиться официальный турнир по футболу среди институтов. Также есть еще идеи по спортивным мероприятиям среди институтов, но пока что я не буду их озвучивать, так как мы еще на данном этапе ни с кем не общались насчет этого, и пока что мы футбол хотим сделать. Вот это такой турнир масштабный, чтобы прошел. Также у нас в предвыборной кампании мы говорили о благотворительности, то, что мы уже с вами пообщались, да, то есть да, по благотворительности. Да. То есть вы продолжаете эту волну? Да, мы будем продолжать эту волну, да, обязательно. Мы продолжать будем эту волну, и я думаю, люди откликнутся, и студенты тем более, потому что, опять же, уже море студентов мне пишут, звонят, всем говорят, как нам можно помочь, как стать волонтерами с вами, как, ну, меня очень радует это, я не ожидал, на самом деле, такого, что в Николаеве реально студенты будут вот так вот проявлять настолько вот большое много желание. Много инициативы. Да, так да. Что ты скажешь о наших студентах? Активны они? Есть у них возможность, желание реализовывать себя, улучшать нашу область, что-то вносить свое новое? Твое мнение о николаевских студентах? Я вам скажу так, наши студенты нашего города, вот я просто пример приведу, и я думаю, выводы все сами сделают. Неделю назад вот мы познакомились там со студенткой Института культуры. У нее такая идея возникла создать волонтерский костяк среди студентов, то есть чтобы волонтеры туда входили со всех абсолютно институтов. Я говорю, давайте с удовольствием, мы сели, пообщались, мы придумали, как правильно это, ну, как правильно это оформить, как, ну, официальный такой орган. И в итоге, ну, буквально 2 дня проходит. Она мне звонит, можем встретиться. Мы встречаемся, передо мной стоит 20 человек. Уже волонтеров, которые уже готовы уже работать по волонтерской деятельности, по любой абсолютно, и по благотворительности, и по абсолютно всем формам волонтерства. То есть я, ну это на самом деле, я думаю, каждый из зрителей, каждый, и ты, Анна, сделаешь вывод, что у нас очень инициативные студенты, и на самом деле, это нам, на нашему городу очень повезло с этим. Это очень здорово, да. Очень приятно. А я думаю, что также хотелось бы поговорить о команде, потому что рядом с каждым лидером всегда находится такой очень плотный тыл, это команда, это люди, которые иногда генерируют идеи, это люди, которые помогают их реализовать. Расскажи пару слов о своей команде, кто помогает, вдохновляет тебя на такие большие подвиги, которые ты уже начал, собственно, совершать и совершаешь. Ну, моя команда — это... Я не называю это командой, это мои друзья. Это все мои друзья, с которыми мы изначально, мы с детства знакомы со всеми, изначально мы все планировали, все делали вместе. Это могу озвучить всех, думаю, будет приятно. Это Евгений Бабенко, Кирилл Терешков, Максим Калашников, Левицкий Артем, Артем Корнеев, это Богдан Кошмал. То есть это ребята, которые... Мы с ними с детства дружим, и с некоторыми из них мы в одном институте учимся. И на самом деле это мои друзья, с которыми у нас нет такого, что вот, вы моя команда,
То есть вы работаете на меня как-то. Нет, мы все одно целое, мы каждый исполняет свою роль. Кто-то является генератором идей, кто-то является кто-то оформляет все, кто-то оформляет документы. Вот я все просто преподношу это такая всем, да, и тоже так же самое. Да, у нас слаженная работа. То есть это мне, ну, я рад и счастлив, что мне повезло с командой. Это очень здорово. И еще такой один из вопросов. Расскажи немножко о еще каких своих планах. Что ты планируешь на сентябрь, возможно, уже не на сентябрь, а на октябрь. У нас только закончился сентябрь. Я знаю, что пришло много уже мероприятий. Что ты планируешь на октябрь, на осень? Возможно, ко дню студента, может быть, ты что-то вкратце скажешь, или же это еще пока секрет, и ты не будешь сильно анонсировать. Сперва хочу объявить и рассказать зрителям, что вчера мы официально подписали документ, который оглашает о том, что впервые в Николаеве будет уже сформирован студенческий парламент. То есть студенческий парламент – это группа студенческих, это будет заседание парламента, как настоящий парламент, то есть только студенческий. Будут лица, представители самоуправления каждого института. И на нем будут решаться все возможные вопросы, возможно, какие-то проблемы студенческие. Также это будет как этот парламент будет связью студентов с властью. Возможно, знаете, потому что иногда студентам не хватает помощи власти, и иногда власть не слышит их. То есть мы максимально обдумали это и придумали, что можно сделать студенческий парламент, на который, возможно, иногда и когда-то на определенные заседания будут приходить представители власти, чтобы с ними пообщаться, возможно, высказать, возможно, попросить какой-то помощи попросить, возможно, высказать какие-то проблемы, возможно, есть какие-то ответы того или иного представителя. И будем вместе со всеми, то есть у меня такая идея появилась еще изначально, что институты все сплоченно работали, каждый знал, возможно, осуществлялись совместные проекты, какие-то совместные идеи. Почему бы нет? Потому что, я думаю, лучше две головы, чем одна, правильно? Конечно. Будет все. То есть, таким образом, я думаю, что вы сплотите все университеты города Николаева. И а что насчет профтехучилищ? Также будут ходить профтехучилища. То есть, профтехучилища также будут ходить? Конечно, это обязательно. Они относятся к студенчеству, во-первых. Во-вторых, на самом деле, такое колоссальное количество среди них активных ребят, и которые настолько всего способны, что ну, люди, жители Николаева еще это увидят, и увидят уже КПД данного парламента. А расскажи еще, пожалуйста, насчет вот студенческого парламента. Вы вчера, получается, объявили о том, что студенческий парламент уже появился, да, он находится в составе, да, Совета по вопросам молодежной политики. А насчет регистрации, вот тех, кто еще не попали в студенческий парламент, у них сейчас, я так предполагаю, что есть такая возможность. Конечно. Те, кто не попали в студенческий парламент, эти люди и институты должны зарегистрироваться. Все будет опубликовано на моей страничке в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме и также у моих друзей, то есть у моей команды. Мы обо всем объявим, потому что сейчас вот идет, уже началась со вчерашнего дня, даже скажу, с 4 вечера началась регистрация. Уже большинство институтов входит в наш парламент и ждем новых. Поэтому, дорогие главы студенческих самоуправлений, да, если вы нас сейчас слышите, или же вы знаете глав студенческих самоуправлений, и также профтехучилищ, обязательно присоединяйтесь в студенческий, ученический такой локомотив, парламент, который будет помогать в реализации ваших возможностей. И также хотелось бы сейчас обратиться ко всем студентам Николаевщины. Дорогие студенты, в ваших руках действительно очень многое, и от вас очень многое зависит. Поэтому обязательно объединяйтесь, создавайте свои местные, в своих вузах, в своих учебных заведениях студенческие парламенты. И уже ваши студенческие парламенты будут входить в такой большой, можно сказать, областной, городской студенческий парламент. И вы сможете действительно реализовывать свой потенциал, реализовывать свои проекты. Ну и я думаю, что с таким инициативным студенческим мэром у вас обязательно все получится. Поэтому, друзья, у вас есть сколько времени есть для регистрации? Есть 2 недели. Две недели.
Друзья, воспользуйтесь возможностью, обязательно зарегистрируйтесь, потому что следующая перерегистрация, как я подозреваю, будет только через год. Через год. Поэтому зарегистрируйте обязательно все свои учебные заведения, чтобы все входили и реализовывали свой потенциал. Возможно, у тебя есть уже какие-то идеи и видения, как ты такой большой потенциал студенческого парламента будешь использовать, ну, в плане того, чтобы реализовывать еще более качественные проекты. Ну, изначально мы, конечно, все познакомимся, разнакомимся, пообщаемся, услышим идеи всех представителей, возможно, какие-то проблемы. И там, я думаю, по ходу действия мы будем уже думать, что первым осуществлять, что вторым. Я уверен в том, что много проектов мы обязаны осуществить, потому что студенчество это такой, знаете, такой кластер, который должен осуществлять и проекты, и решать какие-то проблемы молодежи в нашем городе. То есть определенных нет идей на данный момент, но, опять же, все для этого мы это и делаем, для того, чтобы услышать все идеи, услышать какие-то вопросы, и будем по мере поступления их решать и осуществлять жизнь. Да, я с тобой согласна, а тем более, что у нас Николаевская область, она действительно, можно ее назвать студенческой областью, потому что в нашей области, если считать студентов высших учебных заведений и профтехучилищ, у нас студентов и учеников более 40 тысяч человек у нас в Николаевской области, поэтому это такой большой очень потенциал, который обязательно, я думаю, что это ребята, которые очень хотят себя реализовать, которые хотят развивать нашу область, и с появлением такой структуры она обязательно, эта возможность появится. Рамиль, скажи, пожалуйста, как можно с тобой еще связаться? Расскажи немножко об этом, чтобы ребята могли на тебя выходить, например, напрямую, потому что есть некоторые вузы, которые, к примеру, не подадутся, да, и не зарегистрируются в студенческий парламент, но есть активные студенты, если там еще не сформировался активный студенческий парламент, но есть отдельные активные студенты, которые хотели бы уже что-то делать полезное для города, для области, для своего университета или же решать какие-то свои проблемы, как они могут с вами связаться? Ну, сейчас время соцсетей, и со мной постоянно сейчас связываются все студенты, все желающие по соцсетям, это Facebook, ВКонтакте, также в Инстаграме есть, ну, также тоже связываются там люди, кстати. Facebook, ВКонтакте, Рамиль Агабеков, я подписан, то есть сразу же найдете, и буду рад услышать и увидеть, и вживую даже пообщаться потом. То есть пишите мне в соцсети. В соцсети. Да. Ну, я думаю, мы все современные, поэтому ВКонтакте, в Фейсбуке обязательно можем Конечно. Добавить, найти. Тем более мы студенты. Все студенты есть. И такое, возможно, ты будешь делать какие-то приемы студентов тоже, как студенческий мэр, все-таки в разных подразделениях, и в том числе у нашего городского главы, обязательно есть такое понятие, как служебный прием. Я думаю, что это будет, возможно, не так формально, но в каком-то таком формате, может быть, раз в месяц, когда у тебя тоже будет возможность, чтобы студенты в какой-то определенный день могли прийти к тебе там за помощью, за консультацией. Конечно, понятно, что можно в любой день с тобой списаться, созвониться, те, кто захочет, хочет, да, как говорится, тот, кто хочет, тот всегда найдет возможность. Ну, да. Я думаю, что, возможно, ты тоже об этом подумаешь, или же уже есть такие какие-то наработки. Что касается приема, ну, опять же, да, это сильно так гласно звучит, прием. Есть в горисполкоме, то есть выделен кабинет, это как даже не сказать, в горисполкоме, у меня главный вход, а вот агенции развития Николаева вход выделен. То есть там выделен кабинет, в этом кабинете, ну, раз или два раза в две недели я буду сидеть и ждать студентов, которые придут, возможно, с какими-то проблемами, возможно, просто пообщаться, рад буду видеть всех. И опять же, пока что точно даты времени не знаю, но все в соцсетях я по всем объявлю. Да. Я думаю, что да, это такая структура новая, поэтому у вас все обязательно появится. Да, вы конечно же, это есть. Это уже да. есть, то, это здорово. У кого проблемы,
в плане там студенчества есть какие-то вопросы, возможно, пожелания, возможно, кто-то с какой-то инициативой хочет прийти. Я в соцсети все уже, вот, буквально на этих днях я все публикую, и все будут знать. Поэтому куда. Следим в соцсетях обязательно, узнаем да. новые новости, подробности. А у нас уже мы подходим постепенно к концу. Рамиль, возможно, у тебя есть пару пожеланий нашим студентам, нашей активной молодежи и просто жителям нашей Николаевской области. Скажи, пожалуйста, тоже пару слов таких. Да, обязательно. Я хотел бы сказать студентам то, что нельзя, не надо, не надо стесняться, как в песне, не надо стесняться, если есть идеи, потому что у нас очень умная молодежь, очень активная, и нужно просто напишите, позвоните, давайте встретимся, и мы вместе осуществим многое в плане молодежи, в плане студенчества, да, возможно, и на городском уровне. Будьте более активны, хотя и так много очень активных ребят, но созываю и обращаюсь к тем, кто, возможно, как-то может стесняться, может кому-то, ну, бывает такое, что не может он на публику выйти. Напишите какие-то идеи, мы пообщаемся и решим, и, возможно, даже осуществим многое вместе с вами. А я думаю, що з таким студентським мером це дійсно можливо, і що у всіх студентів дуже гарна можливість вже з'явилася, тому що в нас є студентський парламент. А я вимушена вже прощатися з вами, тому що час нашої програми вже добігає до кінця. Тому до наступної зустрічі поговоримо, як завжди, про щось дуже хвилююче, цікаве і молодіжне. З вами була Анна Ганжул. До зустрічі!